Значит, играй Майнкрафт. Java издание с модами. Значит, сегодня мы играем опять хардкор. Супер плоский мир. Кастомизировать ничего не будем. Эксперименты мы включим обязательно. Game rule. Спящих поставим только 50. Да. Что еще там? Дон. Окей. Супер. Супер флат. Окейшки. Так. Ой, как повезло, ребята, нам. Как повезло сразу же появиться около города. Так, у нас есть там, подожди, лошади, свиньи, овцы есть, окей. И говорит, что тут лава есть. И есть лава даже. Неплохо. О, меч есть. Это. Превосходно. Превосходно. Кстати. Кстати, ребята. По идущей версии, когда я пробовал поиграть с Эдгаром, у нас что-то не получилось. То... Так, хлебушек. То я не поставил этот самый ребаланс торговли жителям. А... Ух ты ж. Так, чего? Чего? Ты тоже видишь? Серьезно? Да? Да-да? 5 кусков обсидиана на халяву. Спасибо. А, там же эти самые зомбаки вот там вот тусуются, если что. А, я вам сейчас покажу. Вот. Скелеты зомбаки тут тусуются наверху. Так, я отредактировал. Сошел. Чего? Так. Разрешить. Короче, я отредактировал этот самый. То, что хотел. Надеюсь, он сохранился, это сам. Параметры. Да, сохранились параметры. Те, которые нам нужно. Что тебе надо? Отстань от меня, пожалуйста. Хлеба я тебе не дам. Потому что Эдгар хотел там генерацию мира поставить золото и так далее. Чтобы генерация под это самое было бы. Но нам это не надо, потому что... Дискорд, я знаю. Потому что это нам не надо, Эдгар.
Потому что мы золото будем выкапывать в Незере. Это самое. Эмеральды будем добывать в этом самом. Как его называется-то? Эмеральды будем добывать при помощи торговли, продавать. Всякой хлам. А алмазы как? А зачем нам алмазы-то? Алмазы мы сможем это самое. А что с алмазами? Только арматримы, как его называется-то? В Незере. Незерские арматримы только можно размножать. Ну зачем нам арматримы? Не, ну конечно можно незерит. Чтобы торговаться. Ну да, я понимаю, это я о чем. Но это будет редкость, короче. Так. Кстати. Чего? Чего? Ты видишь, Эдгар? Тут кровать стоит. Ты видишь ее? Да. А ее тут нету. Вот она. Вот теперь есть кровать. Подожди, тут... О, тут, подожди, тут есть этот... Тихо, я слышал. Пожалуйста, тихо, я слышал. Я застрял. Серьезно? Я вижу глоу сквидов. Тихо, Эдгар, я сейчас помогу тебе. А, у нас телепорт есть. На. На. Пожди, пикакс. Пожди, пикакс. Что еще нам нужно? Топор. Топор и лопата нужна. Лопата. А, броню еще, правильно, броню надо сделать обязательно. Я забыл. Броня надо обязательно делать. Короче, ночью лучше спать. Потому что их очень много будет. Просто мега много монстров будет появляться. Во! Блин, Эдгар, ты шапочку... А, ты уже шапочку скра... Блин, ладно. Ладно. Кто? Погоди, ударь меня, ударь меня. Окей. Ударь еще раз. Мечом, мечом. Только. Окей, стоп, стоп, стоп. Идем, идем. Чего? Это он кидается, да? Да. Так. Да, деревья это в цене. Деревья. Тут, потому что пока торговца нету. Да, пока торговца нету, это беда. Потом костная мука будет у нас. Будет все замечательно. Кстати,
Сейчас мы сделаем кое-что. Так, что я хотел? Ведро сделать. Да, я хотел ведро сделать себе. Даже два ведра скрафтим. Или три даже ведра. Окей, три ведра. Подожди, сундук. Я себе поставлю. Так, ой. Да ёпарас, это ты тут... Зачем? Зачем ты их выпустил, этих гондонов? Ой, извините. Изделие номер два. Зачем ты их выпустил, изделие номер два? А, ну, кстати, может быть, и хорошо, что ты их выпустил, кстати. Так, чего? Чего? Серьезно? Так, быстро. Прикол. Так, мне нужна вода. Подожди, мне нужна вода. Кошка. Так, мне нужна вода. Подожди, давайте, подожди, F3G. Угу, F3G. Ладно, пофиг. Значит, раз, два, три, четыре. Да, раз, два, три, четыре. Так, тут будем садить. Раз, два, три. Нет. Не тут будем садить. Так, четыре. Чтобы бой... раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре. Ага. Ты мешаешь мне тут? Садись тут. Так. Так. Быстро. Так. Да, надо быстро поспать. Поспать. Где-то тут была кровать. Вот она. Поспим. Замечательно. Суперфлат. Суперфлат. Мир, и мы поспали. Значит, во-первых, пум-пум-пум-пум-пум. Делаем. Так, что мы делаем? Полублоки, во-первых, делаем. Полублоки делаем. Так, полублок. У нас одна картошина есть. Сажаем одну картошину. Да, будет картоха расти тут. Подожди, а что у них там есть? У жителей, кстати. У жителей есть... пшеница. Морковка есть у них. Так, надо все забрать у них. Они слишком богатые. Так сказать... я сказал, надо делиться. Так, потом их это самое... О, надо покушать. Давай одну морковку скушаем. Так... значит, сейчас мы разбогатеем. Пошли, это что у нас? Зачем ты туда картоху... Ой, морковку сажаешь. Зачем туда пшеницу сажаешь? Ну, ты посадил как картошку, видишь? Зачем? Зачем? Тут только картошка будет, да? Так. А не хочешь же поставить один мод, который творчит можно? Творчит есть. Или не надо? А его нету. Нету? Никаких тверков не надо нам. Так. Так, подожди, тут у нас картоха растет. Подожди. Так, минутку. Подожди, раз, два, три, да, четыре. Нет. Так, подожди, там четыре, правильно? Опа. Окей, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ой, как красиво, кстати. Вообще четенько.
И вот таким вот образом мы будем это самое. Вот таким вот образом мы будем это самое. С вами огород строить гигантский. То есть не гигантский, а длинный огород строить. Зачем мне мясо? А, 15 штучек? Ой, спасибо, кстати. Ты, надеюсь, не... Спасибо, ты, надеюсь, тут не всех жителей, не жителей, а тут не... А, тут не было этих. А, тут не было животных. Ты, надеюсь, не этих животных прибил. Не говори, что ты тут всех прибил, вот того животных. Только двое only. Девушка. Где? Вот тут вот, в загородке, которые были? Нет, которые были здесь. А, блин. Потому что нам нужно будет... Блин, нам нужно будет свиней, кур тоже. Так, пошли, тут у нас картоха растет. Так, сейчас. Так, пшеница. Так, пшеницу мы быстро ставим. Так, плюс достижение. Так, пшеницу. Туда ставим пшеницу. Пшеница. Окей, пшеница. Так. Так. Такс. Так, пшеница. Картошечка. С грибочками. Так. Так, что там дальше надо? У нас еще морковка осталась. Так, морковку тоже надо посеять обязательно. Я что-нибудь нашел. Идите сюда, идите сюда. Потому что мы будем их это самое... потому что мы свиноту будем размножать, это самое, при помощи морковки. И потом продавать это самое жителям, как его мясо будем продавать. И, кстати, можем сами тоже кушать мясо. Тоже. Это очень полезно, прямо. То есть, не про мясо полезно кушать, я про... выгодно, короче, вот это. Так надо было сказать. Выгодно продавать. И не свина, и она... Посмотри. Где он, посмотри. Как у меня получилось это, я не знаю. Так. Радиан. Эдгар и куры. Куры и Эдгар. Эдгар куры. Куры, куры. Что это куры? Не хочу курить. А что тебе надо для организма? Курик, 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 курик. Вот. Все, я посеял. Посеял морковку, картошечку, подожди, F3G выключаем, и пшеницу. Так, у нас теперь есть этот самый. Так, теперь можем вот просто, прямо, тупо, просто, прямо строить эти самые. Отличненько. Так, нам нужно что было? Так, так это выкладываем сюда. Обсидиан. Кстати, если тебе нужен меч железный, я тебе могу дать железный меч. У меня есть. Блин. Так, обсидиан. У меня... Кстати, у нас 6 обсидианов есть, Эдгар, уже. Ой, зачем я воду беру? Блин. Зачем... Блин, зачем я беру воду? Подожди. Она нам нужна будет, вода. Вода. Вода, вода. Так, минутку. Кстати, надо сбегать, поискать еще кое-что. Пошли, тут, там лава есть? Да, тут лава есть. Кстати, мы можем скрафтить этот обсидиан еще. Сейчас мы обсидиан докрафтим. Ёпарасоте, я только что не поджарился. Подожди. Я хочу узнать. Нет, у нас нету этого.
Родион. Зачем? Блин, я... Гениально! Блин, не гениально! Не гениально, ребята. Не, ну раз-два, подожди тут. Раз-два. Ну да, все. Мы можем здесь портал поставить пока что. Кстати, у этих самых... Подожди. Подожди, это кто у нас? Подожди. У этих должно быть... Weaponsmith. Подожди, это Weaponsmith. Подожди, это Weaponsmith. А у нас... Блин, другого у нас нету. Подожди. Это Weaponsmith? Да, это Weaponsmith. Подожди, Toolsmith делается из... Подожди, Toolsmith делается... Подожди. Сейчас. Подожди, Toolsmith делается из... Вот с этого, правильно? Вот, Toolsmith сейчас будет. Да что вы тут устроили, этот самый, как его, опять? Да что вы тут стоите все? Подожди, тут... Вы кто? Кстати, кто-нибудь возьмет работу? Вот этот вот возьмет работу? Да, вот! Все, он взял работу. Так, за уголь. Блин, невыгодно. Блин. Да, уголь. Он за уголь. А угля у нас нету. Никакого угля у нас нету. И угля вообще нет у нас. Только за изумруды получается у нас торговаться придется. Пожалуйста, а сколько стоит? Один за одну лопату. Ну, не так дорого. Подожди, Toolsmith. Подожди, Toolsmith, Toolsmith. Сейчас я подумаю, почешу голову. Кстати, с обновлением 1.21 должно быть что-то интересное, кстати. 1.21, 1.21. Сейчас, минутку, где тут было у нас? Toolsmith. Торговцы, кстати. Жители. Блин, торговцы, они должны тоже были. Вот, все, я нашел, торговцы. Подожди, у нас Plants, правильно? Plants. Plants, Plants, Plants. Так, так, так. Экспериментальные трайды. Броня в планцах продается у нас за 16. Блин, тут даймонд тоже нужен будет. 3. Ух ты ж, ёпросто, вообще невыгодно. Серьезно. Ёпросто-то. Деньги плюс еще и изумруды требуются. Угу. Чтоб броню себе скрафтить. Но... Да, будет трудно. Трудно будет. Поначалу. О. Стоп, чего? Он замочил только что. Он замочил только что скелета. Превосходно, кстати. Превосходно, он скелета замочил. Сейчас. Эдгар, не все так плохо. Сейчас. Да, я тоже, тоже хотел скелета замочить. Не все так плохо. Так, сейчас мы... так, спасибо, кстати, Голем. Он очень помог мне, нам. Так, сейчас. Засеем. Сейчас все будет, ребята. Сейчас бизнес пойдет. Так. Блин, пойдет. Да откуда я знаю, куда клерик смотался? Я что, ему нянька? Клерик вот он. Он спрашивает, где клерик. Откуда я знаю, где клерик делся? Кстати, мы можем сейчас просто тупо сейчас буду стоять, фармить этот самый морковку. Так. Кстати, надо картошку тоже пофармить. Обязательно. Ёпарас, это... Зачем я делаю вот это? Ай.
Нет. Нужно картоху пофармить. Вот картошечку пофармим. Я забыл закрыть. Так, картошечка. Закличка еще надо тут пропить. Так, картошечка. Во! Шикарно! Теперь у нас есть картошка. Так, картошка ну, есть. Да, так, так. Кстати, вот это я скушаю. Ай, 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 ай. Хе-хе. Этого не надо было делать, кстати. Так, пшеничка. Пшеницу мы не будем продавать, я думаю. Пшеница, она... Не, у меня мясо есть. Прости. А нет, у меня мяса. Я ее выложил, я забыл. Я все мясо выложил в сундук свой. Спасибо. Прости, я тебе верну. Где ты? Во, на, возьми. Я просто выложил мясо. У меня просто по привычке уже выложил, потому что у меня просто всегда инвентарь полный. Что ты тут продаешь? Купай морковки и свеклу. Свеклу у нас нету. Ну да, пока что свеклы нету. Но потом еще поставим этот ряд со свеклой. Подожди, я пытаюсь найти сайт, который будет выглядеть нам. Вот. Кстати, было бы прикольно, если бы он бы еще покупал бы, знаешь, что, Эдгар? И вот кто это построил? Эдгар, посмотри, вот кто это построил? Посмотри, Эдгар. Эдгар, посмотри, кто это построил? Нецензурную построил. Как его называется-то? Нецензурную. Так, это сюда положим. Лава. Зачем нам лава? Не, ну мы можем, кстати, генератор булыги построить. Какой-нибудь. Блин, там ведьма. Пожи. Там ведьма. Тихо. У меня просто идея есть. Кстати... Я тут закрыл... что... Подожди, там ведьма тусуется. У меня есть идея. Это, я надеюсь, она хорошая. Ой, опарас! Беги, Эдгар! Не подходи ко мне, там... Я так и знал, что там... Офигеть. Спасибо. Пипец. Вот сейчас был бы пипец мне, геймовер. Сейчас был бы. Надо покушать что-то. Там маленький зомбака был. Так, тихо. Не нашел еще один город. Аккуратно. Аккуратно. Там ведьма. О. Ой-ой-ой. Мне пипец. Пажи, где?
где носатый, который... О, он мне хилку кидает. Носатый. Блин, у меня пол хп. Он регенерацию мне кинул. Житель. В меня. Давай еще кинь мне во что-нибудь. Давай кинь мне еще что-нибудь. Полезное. Слушай, он мне восстановил хп. А вот с этим надо что-то делать. И потом срочно. Окей. Радиан. Так, ганпаудер. Это. Так, надо вот с этим точно надо. Подожди, у нас один кусочек булыги. Замечательно. Так. Не понял. А что ты ищешь? Тут лава есть еще. Прямо перед носом была лава у нас. Кстати, мы сможем, знаешь, что делать? Оп. Так. Пу-пу-пу. 6 обсидианов еще есть. Раз, два. Раз. Два. Три. Три. У нас вода есть? Есть вода. Угу. Так. Поставь начало воду. Впереди. Вот так. Тебе надо еще один? Да, мне уже еще один кусок. А, есть тут. У нас есть что-нибудь поставить? Да его пожалуйста, да почему так все мало? Почему так всего мало, чтобы построить что-то? Да я не спрашиваю, почему я из этого самого строю. Я дурак просто. Я знаю об этом. О! Гениально. Опа, опа. Тебе надо только осталось придумать, как поджечь портал. Ага. Так. Так, чем бы поджечь... Слушай, а как можно поджечь портал? Сейчас, подожди. Блин, надо поспать сначала лучше. Да, вот ты поспал, молодец, спасибо. Кстати, лучше, да, спать ночью, потому что проблем будет очень много. И криперы, и зомбаки. Я сейчас зайду в город, который я нашел. Так. Телепортация. Телепортация. При помощи телепортации Нади. Так, минутку, у нас дерево есть. Есть дерево немножко. Кстати, надо все это срочно посрубать все деревья нужно, которые выросли. И посадить новые деревья надо. Парни, ведь торговец должен был пойти ведь, по идее, приходить. Вот, пускай растет деревья. Посмотри мой шерскрин, да, Дион. Не-а. Посмотри. Только посмотри. Нет! Окей. Okay.
Чего? Поэтому зал посмотри, на сердце. Ты гений. Блин, с даймондов ты можешь, я не знаю, что делать ты можешь, даймондов. Так, так, мне нужно сделать вот это. Так. Так, 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 вот компостница. Так, две вот этих. Две воронки. Два вот этих. Все, окей, готово. Погнали. Поставим куда-нибудь. Я не знаю, куда поставить-то. Допустим, здесь вот пускай стоит. Пофиг, короче. Пускай стоит здесь. Да-да-да. Ой, фут, гений. Я гений. Я гений, ребята. Ага. Да, вот ты издевайся. Да, не так. Неужели что еще город пошел? Так. Так, пускай перерабатывается. Так, это переработка. Это что у нас? Опа, битрут. Опа, у Эдгара битрут ты нашел. Это я копаю. Так, это что у нас? Potatoes и кэроты. Ну, давай тогда тут вот рядом битруты поставим тоже. Так, раз, два, три, четыре. Пять штук, да? Окей, пять штук. А, битруты, битруты, битруты. Где битруты были? Вот это. Ага, битруты. Так. Так. Опа, уже было так три. Если еще есть. Еще надо. О, как раз так, 9. Битрут, и что там еще надо было? А. Вот это надо. Okay. Погнали. Так. Так. Где я сейчас? Okay. Надо удалить эту цифру, которую я сказал. Так. Только меня кушанье еще сейчас надо снять. Так. Оп. А,
Я получил битрут или ты получил битрут? Вот. Я посеял битрут. А, тогда я нашел что-то битрут. Он был здесь, да? Битрут. Так, все, теперь битруты у нас тоже есть. Пока что все по одному. Каждой культуры по одной у нас растет. Неплохо, кстати. Мы... Блин, а. Я чудо. Так. Так, так. Надо еще мне дерево. А поделишься домом? Поделись. У меня вайпоинта дома нету. Я его не создал, я просто... Ладно, сейчас. 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 Что ты тут продаешь? Я ничего не продаю. Подожди, что у тебя житель? Этот не житель, а этот самый торгаш пришел к тебе, Эдгар. Да, создай вейпоинт дома. Ну я уже создал. Пожалуйста, а ты где? Сейчас, подожди. Блин, у нас нечего продавать даже. Блин, у нас даже нечего продать. Это самое. Чтобы что-то купить. 18 изумрудов у нас есть только. 18. Пожалуйста, у меня с морковка есть немножко. Надеюсь, ты будешь покупать памкины. Надеюсь, он памкины будет покупать. Так, минутку. 23 монеты у нас. 23 монеты. А ну-ка. Памкины покупает. Ну ты гений, ты молодец. Он молодец, он памкины покупает. Подожди. Так, подожди, Т. Ой. Блин, я не могу нажать на координаты твои. Подожди, Т. 2670. Т. Ой, не Т. Успею дозвониться, глоба. И вот я именно нажать я не могу-то. Не-а. 2670. Но я могу... Сейчас, подожди. 2670. Я могу просто 2670 и... Так, пошли. Что там было? Паскады с моей счастью, не стал порадуешь координат. 2670 и... Не надо. Я просто пишу. 670. Минус 60. 43. 43, 14. Твой левел минус 100. Ну да. Ой, я шейдер выключил. Окей, сейчас. Создать. Х минус 26, 70, Y минус 60, 40, так, 43, 14. Угу. А? Чего? Ну да, 26, 70, минус 60, 43, 14. Или минус? Нет, не минус. Тут не... Да тут ничего нету. А, погоди. Где он? Ой-ой-ой, там зомбаки.
Там очень много зомбак. Зато есть. Нет, я... Ни в коем случае, ребята. Ни в коем случае. Не-не-не, ребята. Опа, картошечка. Как я так не заметил-то? Ни в коем случае, ребята. Вот этих пацанов мы ни в коем случае не будем. Да-да-да. Опа, мимо. Опа, мимо, еще раз. А я попал. Болван. Так, стрелы нафиг нужны. Бля, блин. Тупой крипер, что сзади был. Что... Я вообще не стримлю. Когда ты можешь меня оживить. Ла-ла-ла. Минус Эдгар. Какая жалость, ребята, минус Эдгар. Так. Playing. А, я могу remove, нет. Ой, берись. Heart. Так, окей. Как там было? Чёрт, бери. Так, всё. Я знаю, как я свой лут хочу вернуть обратно. Ух ты ж. Торговаться с жителями. Мусор. Мусор. Так. Мусор. Такс. Пу-пу-пу-пу-пу. Так. Пожалуйста, где он? Где наш этот дядька? Добрых, честных правил, вот он. Так, надо закрыть двери. Окей, он больше не этот, окей. Okay. Больше тут нет. Который меня убил. Так. Так, 39 изумрудов у нас есть уже, окей, неплохо. Слушай, а и где жители, этот самый, не житель, а носатый, который ты торговался? Его больше нету, да? Есть тут. Где? Это Xbox 970. Минус? На минус, бай, парасты. Да ёпарас, это ты. Вот из типа си пара ставис. 4, 3, 5, 4. Так, о. Так, лед. Вот это сейчас купим. Вот это. Обязательно. Мангровые. Вот эту вот фигню купим обязательно. Лед. Лед, я не знаю, лед сейчас нам пока что не нужен. Лед нам не нужен пока что. И вот мангровую вот это вот только купим. Потому что оно... Он очень... А! Белоблюдина ты, паскудная. На тебе. В морду. Так,
Ага, кости. Он обещал вернуться потом. Он пропал? А, нет. Он это самое, как сказать, иллюминировал. Подожди, у нас есть с вами... О, у нас с вами вот это есть. Мы можем, знаешь, что теперь что делать? Мы можем мочить големов. Хо-хо-хо. Illuminated. Он... Так. Remove home. Так, это мы все выкидываем, кроме вот этого. Так. Так. Так, я думаю... Да, кто? Собака, он все время меня пугает. Я думал, что там ведьма все время стоит. Он меня реально пугает. Так. Вот именно продай. Rotten Flesh. Иди продай Rotten Flesh. Так. Так, лопата. Сейчас. Он у себя дома, наверное, где-то. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Так есть возможность получить клинку от жителей дома? Так, тут сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ага. Вот так надо делать. Ну да. О, шикарно. Три. Три. Угу.
О! Так. Текс. Ага. Текс. Вот это. У нас вот это есть? Да, есть. Поспи. А сам поспать. Не можешь, что ли? Я сейчас не город, блядь, ладно. Сейчас. Я вернулся. Так. Оу. It's raining, да. Ай! Да ты издеваешься. Серьезно, ни одного ебануться. Серьезно, ни одного этого не... Забираем. Перекрафчиваем пока что в это. Так. Так. О, бедло такая одна. Так. Так. Города бедло. Так. Кум. Так. Сейчас мне нужно придумать. Подожди, options, музыка, везер. Убавим звук везера. Так, минутку, что, во-первых, мне надо скрафтить? Во-первых, надо портал поджечь. Вот. Это был ничего, тут меня месседжи постоянно приглашает играть. Так. Так у нас лава еще есть, пожди. Лава. Минутку, лава. Лава. Лавы у нас нет вообще никакой. Так.
Так. Так, ведро. Так, минутку. Так, ладно, телепортируемся. Родион. Что? Ты не можешь поставить этого? Оба-на! Что я вижу? Тут халявные... Вот это я возьму, кстати. Тут халявно вот это. Мне нужно, кстати. Этому у нас годится, если у нас крабом нужно. Потому не можем получить. Делаем мало держаться. У нас это годится. Так. Это у нас годится. И он трекал. Какой хлюпающий. Так, лава. Потому мы можем дрова получить. Я ничего не буду сейчас ставить. Так. А потом будешь? Потом тоже нет. Потому что я буду дальше телепортироваться. Угу. Мне просто лаву нужно сейчас. А, лаву? Родион. О, я еще один город нашел. Так, так, тут у вас лава есть. У этих пацанов. Тут у нас опять этот. Ты издеваешься. Эмеральды есть, и кожаная броня. Эмеральды и кожаная броня у них есть тут. Все что угодно, кроме того, что мне нужно. Так, да, забираем. Да, у них тут... Я понял, у них тут этот... Колдерны. Дофига колдернов есть, кстати. Кстати, колдерны пригодится нам. Так, броня кожаная. Зачем? Ну ладно, пригодятся. Это вот тут и ветер, курил лава. Так. Так. И по-русски главу несла. Так. Так. Опа, на это... А это что такое у нас? Стоп, а это что такое, интерес? Чего? Чего? Вы серьезно? Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ты нашел. Ебаться! Меня правда там чуть-чуть не замочили. Ебануться! И что? Горит, но не там. Пофиг на пилиджеров, пускай тусуется.
Что мне с ними? Поспим. Окей. Работает! It's working! Working! Понял! Дарьян. Что? Тут есть новые функции, которые могут позволить и захотеть как третьего. Так. Тут есть новый джингл, который может сделать так, что... Так, мне нужно... И тоже можно быстро захотеть портал. Я знаю. Вот же хитрый, просто. Хитрый пиздюк. Хитрый пиздюк, а? Ёп! О! Серьёзно? Серьёзно? Я вижу там бастион! Офигеть! Офигеть, ребята, мы в Незере! Теперь у нас лава до хренища. Нам вообще сейчас не надо. Так, теперь строительные блоки нам нужны какие-нибудь. Ты тут? Не, я в Незере. Ты тут. Я не тут, Эдгар, я в Незере. Мне нужны строительные блоки, много строительных блоков. Лава тебе, один бакет лавы тебе есть? А зачем? Да у меня есть лава бакет. Ебануться, ребята. Хороший этот самый, как его называется-то? Блин, только... Я уверен, у них такие Cobblestone жители. Так, зачем, Эдгар? Ведь у нас этот самый есть, как его?
Так. Или не говори, что я все забрал. Ага, сейчас. Это надо построить тут какую-нибудь ограду. А то я знаю, тут можно навернуться. Еще у меня... Ёппальцы-то. Сейчас перестроим все это. Вот так. Надо как-то перестроить это все. Так. Еще украдем чистим кобалтом. Потом только будет. Вот так вот. Пока что. Тогда я поставлю. Так. Иди сюда. Пойдем. Смотри, что я делаю. Ты опять это собака. Стоп, а зачем тут обсидиан стоит вверху? Так. Слушай, красивый у нас, конечно. Ух ты, какой дом красивый. Недостроенный. Недостройка наша. То есть моя недостройка. Стройка, стройка, недостройка моя, так. Кожа. Подожди, кожа. Так, подожди, а у нас еще есть свободные жители в этом городе? Ты кто? Ты никто. Пожалуйста, а у нас что, свободных нету больше? Эй, дай нам посмотреть, кто еще стоит. Фермер? Подожди, откуда фермер-то взялся еще один? Я ведь ломал. Так, тихо. Все, больше фермера нету, да? Нету фермера, окей. Так, ты, мужкожевник. Ты будешь кожу, да, покупать? Да, он кожу покупает. Понял, почему тебе пикать не ломается. Так, мы будем зарабатывать на коже. Вот, тебе кожная броня. Да. Так, кожа. 42 монеты заработали. Так, окей, неплохо. А, кстати, надо кровать поставить еще. Им хлебушек надо тоже дать. Мы можем, конечно, с других городов жителей притащить. Так. Посмотри, что у меня есть. Булыга у тебя есть, молодец. Так. Кстати, она пригодится нам для фермы. Зачем ты все заполняешь, а? Булыга своей. Так. Иди сюда. Я вижу, что ты там делаешь, я знаю. Так, минутку. Сейчас я... Так, что я хотел? А, жителей. Да-да, жители кровати. Сейчас, минутку, жители кровати. У нас есть вот это, да. Да, нужно вот это сделать. Так, кровати надо сделать им. Сейчас еще кровати наделаем. Так, и еще кровать. Так, сюда, ладно. Тут вообще неудобно. Блин. Ладно, пускай стоит. Так, сейчас сломаем. Так. Поставим сюда. Так, это еще две кровати. Тут еще две кровати. Нам нужно больше жителей. Нам нужно больше жителей. Так. 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 Так, тут столы стоят, пофиг.
Ломаем все столы нафиг, они не нужны тут. Ставим вот это... Ой. Короче, ставим сюда. Вот шикарно. Так, нужно еще кровать поставить. Чем больше кровати, тем лучше. Так. Сюда поставим еще одну кровать. Так, надо им... так, покушать дать, покушать, даже покушать им. О, кстати, у нас... Так. Так, надо... У нас... Так, свекла. Мы... О, кстати... на, свеклу. Сейчас они подберут. А, нет, не подберут они. Сейчас им вот этому кинем. Вот, все, этому кинули покушать. Так, морковка, картошина, сейчас пойдем накидаем им. Так, вот этому, на, кушай. Пшеницу им не давай. Пшеницу нам самим нужно будет, пшеница, так. Из пшеницы мы будем... А, так. На, морковка. Так, надо поспать, лечь. На. Ёб твою наглый какой. Ладно, так, скипаем ночь. По идее, сейчас они должны размножаться идти. Должны идти заниматься сексом. Блин, там зомбаки тукаются. Зомби, зомби, аккуратно, зомба, зомба, зомба. Ёпарасоте, сколько тут этих. Ёпарасоте, и скелеты, и криперы. Опять у тебя полный инвентарь, и ничего ты не можешь подобрать, да? Так, стрелы нафиг. Пока что стрелы нафиг нам нужны. Не, они пригодятся нам, но не в таком количестве. Так, так, надо до дома дойти быстро. Окей, теперь есть... О-о-о-о-о. Еще один. Окей, 20 монет, плюс 20 монет, неплохо. Так, так, 20 монет, это не очень-то, так. О, кстати, мелкий появился у нас тут, ходит. Крипер! Блин, Эдгар, я живой остался. Кстати, Эдгар, мне повезло, я живой остался от крипера. Хорошо. Блин, надо что-то делать. Блин, надо как-то город это самое освещать. Это самое, надо город освещать. И надо этот самый, как его, огораживать город. Блин, у нас крафтинг тейбл пропал, да? Блин. Окей. Так. Да, крафтинг тейбла у нас нету. Замечательно. Сейчас. Хорошо, что ты материал не попали.
Так. Сейчас. Хорошо, что я булыги делал. Ой, Эдгар, это самое булыги только и печется только булыги, Эдгар. Да, кстати, да, заделай, а сверху мы это самое землей. Ага, да, может и вот этим заделаем. Так. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Так. Да, надо пережарить. Короче, ладно. Сейчас будем заниматься этим. Ладно, будем обустройством заниматься. Так, надо покушать что-то. Покушать, покушать, пожи. У нас есть что покушать? Хлебушек есть. Так, надо сделать этот уголь. Так, уголь. Да, надо уголь сделать. Так. Так, да, уголь. Так, 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 вот это. Подожди, какой там было? Подожди, HC. Нет, сейчас найду я. Light. Подожди, я сейчас найду. Как он называется-то? Light. Light. Это еще что такое? А вот он. Третий. Сейчас правильно? Вот. Да, все правильно. Вот он. Освещается. Да, о, то есть не освещается, а видно, как он. Угу. Так. Ага, ворота, конечно, надо делать. Сейчас. Сейчас. Ворота опять. Подожди-ка. Так, ворота. Блин. Ладно, сейчас надо тогда поджечь портал опять заново. Ладно, надо портал поджечь сначала. А то все. Так. Зачем ты сюда ложишь еды? Еды ложил сюда вот. Кто нам не нафиг нужны? Так. Зачем ты все это? Поджечь, 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 так, поджечь. Пу-пу-пу-пу-пу, лава. Вот два бак. Смотри, угадай, что я построил. Так. Угадай, что я построил. Так, 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 булыга, 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 так это берем. Так, камень, о, кстати, камень. Камень, вот это вот пережарим. Есть, 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 портал, портал, портал. Портал, портал, портал. Так. Так.
Так, на всякий случай. Так. 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 Во, шикарно. Поставлю лавочку на этим. Так. Это для меня. Так, 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 камень. Камень, 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 рез, камень, рез, камень, рез. У нас железо где? Твою. Не пугай меня так. Так, камень, рез. Так, камень, рез. Так, вот это. Сейчас. Вот это еще сделаем. Вот, отлично, все. Сейчас пойдем, значит, строить. Ой. Окей. Да. Так. Да, этим, извини, придется мне самому заняться. Потому что ты этим точно не сможешь заняться. Потому что у тебя конфигура... Ты не знаешь. Оп. Вот я сейчас... Вот, и вот... В данный момент я вижу, какое это освещение сейчас в данный момент. Потому что я сейчас настроил этот самый все. Да, light overlay я настроил. То есть не light overlay я настроил. Другой мод. А как его зовут? Надя туда-сюда берет. Называется. Нет, серьезно, серьезно, какой молот. Блин, а. Блин, еще там зомбаки тусуются. Блин, это. А, сколько много дел. Еще одному мне. Я даже. Надо спать, надо спать. Бля. Серьезно. О! Блин, как. А как я тебе могу скинуть конфигурацию-то? Блин, у меня закончился булыга. Крипер, аккуратно. Ща. Да, у нас в доме тоже проблема, да? А, нет, теперь дома нормально вроде бы.
около дома. Да. Короче, надо поставить тоже здесь где-нибудь. Факела потыкать. Так, мне нужно дерево опять. А, кстати, мы можем вместо деревьев... О! Вот же я дурак! Ребята, вот же я дурак! Мы можем, знаешь, что сделать? Вместо этого самого... Блин, сейчас только дошло. У меня сейчас только что дошло до меня. Чем мы можем заменить? Только надо будет в Незер сходить опять. В багровое измерение надо будет сходить там. Пожалуйста, а где тут были зомбаки? В каком доме были зомбаки? Вот там вот, да, наверху зомбаки были. Вот тут вот. О, один факел и все исправляет. Кто там? Чего? Блин. Так. О, теперь за минус зомбаки. Так, теперь минус зомбаки там. У нас... А, я понял. Тут еще был дом. Стоял. Сейчас. Я понял. Тут еще зомбаки. Опа, по идее, появляться должны были. Сейчас мы это все починим. Сейчас починим дом. Ты хочешь, что это зомбак будет или нет? Я наоборот поставил там факел. Болван. Так. Ты тоже факелы ты поставил? Факелы. Да, я там тоже факелы поставил. Факелы я там тоже поставил. Факелы-то факелы, минутку. Так. Сейчас. Так. Так. У нас еще болмил есть. Болмил. Да, это хорошо. Вот именно сейчас очень хорошо, потому что нам пригодятся это. Боумилы пригодятся, так. Так. Так, я тут осветил немножко. Сказал, как будто это самое... Ничего святого у нас тут нету, чтобы освещать. Шуточки. Да ёпарасто ты, Эдгар! Видно сразу, что тут Эдгар был. Где? В пизде найденный!
Я вообще тут не стоял, когда крипер взорвался. Я не знаю, почему крипер. Я слышал, поэтому я сказал, надо идти спать. Поэтому я сказал. И он взорвался, не со мной был. Сейчас. Я сейчас. Я починю радио. Тут случилось. Так. Так, где эта дыра была? А вот она. Около. Сейчас мы это все доделаем. Булыгой. Булыгой это делаем. Булыгой. Потому у меня еще земля есть. Мы можем тоже землей немножко заделать. Землей будем вверх заделывать. Я знаю. А низ мы заделываем вот этим вот, чтобы, чтобы никто не появился. А то у нас будет не ферма, будет ферма мобов будет у нас. Только не там, где нужно мобоферму. Так, окей, погнал. Так, что там? Чё? А, понятно. Погнал я. Молодец я. Так. А, кстати, тут еще есть. Вот, шикарно. Сейчас. Во, шикарно. Теперь у нас будет меньше мобов вокруг города. О, превосходно. Так сказать, минус. Надо было давно этим заняться. Но, правда, одному это я не смогу ничего. Ой. Один еще это сделать так. Угу. Да, я скалы-то посплю. Посплю. Подожди меня. Во! Шикарно. Теперь у нас немножко лучше стало, правда? Во! Так. Да, вот теперь будет немножко получше. Освещение будет лучше. Давай, давай, пока. Так. О, кстати, я лук возьму. Давай, давай, пока. Ага. Окей, отлично. Минус один дурак. Так. Подожди, тут должен быть этот самый. Во. Во, шикарно. Так. Так, факела. Факелочки мои. Так, минутку. А вот это я забираю. Да, вот это сразу продадим вот это. Блин.
Где он? Да, вот этот. Мы ему сразу же. Так, все, втюхиваем. Угу. Так. Кости, кстати. Кости, кстати, кости нам нужны будут. Кости нам нужны будут для... Блин, надо багровое измерение найти срочно. Во, так. Так, а, покушать надо с собой взять. Так, так это я оставлю. Сюда, пожди. Так, надо будет подготовиться, так. Так, строительные блоки мне нужны какие-нибудь. Строительные блоки. Тихо, спокойно отстань. Два стака. Надеюсь, хватит нам. Блин, или еще сделать. Ладно, пофиг, давай побольше на все. Короче, если идти, то на все идем. Подожди. Стрелы я взял? Да. Погнали. Так. Так. Блин, базальтные дельты. По карте мы где находимся? Базальтные дельты. Ох ты ж. Пиглины, пиглины. Красный биом это... Ёпарасоте! Вот это поворот, подожди, это куда надо идти? Это куда надо было идти-то? Да, уберись ты. А, это прямо, вот в ту сторону просто тупо идти надо. Подожди, а там, а мы сможем с вами красный биом выйти? Блин, в красный биом мне нужно срочно. Тут пустошь. Блин, везде пустошь это. Вот красный биом здесь находится. Короче, пофиг, это самое. Будем строиться из этого. Ага. А тут на шифте будем ходить. Вот почему на шифте. Потому что тут опасно. Так. 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 Аккуратно. Полина. Полина, Галина. Ага. Базальтные дельты. Оп. Забираем весь. Glowstone. И идем дальше.
Угу. Погнали. Строить мостик. Главное, чтоб тут это самое, никаких скелетов и гастов не было бы. Как его называется-то? На шифте сейчас мы это все. Ага. Замечательно, на шифте. Какие страшные звуки. Теперь у нас дофига булыги. Ой, не булыги, а лавы. Ага. Ага. Пошли, а я вообще иду правильно? Пошли, по карте. Пустошь. Блин. Тут еще далеко. Так. Аккуратно. Передвигаемся. Так. Так. Блин, гаст. Тихо. Да что я такой мазила? Да вы издеваетесь. Наконец-то. Пу-пу-пу-пу. Подождите. По карте, минутку, карта. Пожалуйста, в какую сторону? В эту сторону, да? Ну, может быть, и в эту. Ага. Ладно. Давайте попробуем вот так вот пройти. Сейчас. Попытаемся пройти. Сейчас. Подожди, карта. Угу. Сюда. Да. Ой. Так. Так. И пойдем мы с вами вот. Блин, чё, я не в ту сторону? Не в эту сторону, надо в эту сторону идти, что ли, да? Блин. Чуть-чуть не ушел в другую сторону. Я гений, ребята. Оставься ты. А, оставься, гений я. Да. Ага. Погнали. Совсем безопасно, ребята. Настолько безопасно. Ага. Конечно, мы можем телепортироваться, но ладно.
Что? Блин, а вот сейчас был бы... А вот сейчас был бы ГГ, ребята. Если бы я не отреагировал бы. Он бы нас, это самое, с моста бы скинул бы, этот свинота бы. Подожди, а мы на сколько? Подожди, а где мы? Мы даже не дошли еще. Ёп, просто мы даже еще не дошли. Смотрите. Так, ладно, погнали. За спиной ничего нету у нас. Лавы. Мы можем спокойно строиться. Епарасоте. Ага. Молодец я. Вон красный биом, который нам нужно. Угу. Вопрос, и как спуститься вниз-то? Бля. Так. О! Шикарно! Так, кварц. Кварц, вообще четко. Так. Так, теперь мы идемте в красный биом. Красный биом идем, конечно. Ух ты ж. Блин. Ага. Аккуратно. В коем случае? Спокойно. Спокойно, тихо. Никакой лавы. Никакой лавы. Вот, кстати, я за грибами пришел. За грибами я пришел. Тихо. Здравствуйте. Ага. Красные грибочки. Так. Тут газ, да? Ебанулся газ. Фая! Минус. О, да. Ой-ой-ой. Свинота одна, да? С арбалетом. Свинота с арбалетом. Опасно. Так. Золотишко. Ты что, дурак? Отстань. Это мое золото.
Так. Так, давайте точку создадим здесь. Так. Ага, ночь уже. Так, теперь уже день. Ёпара сете, сколько много зомбак. Кстати, ребята. Блин, зомбаки. Так. Ёп, пожалуйста, ты не пугай меня так. Так. Я даже знаю, что я сейчас сделаю. Мила лодка. Блин, надо было лодку с собой в Незер брать. Что носатый? Так, спокойно. Мне надо вот этого поймать. Так. Да куда ты убегаешь? А, лодка. Вот. Иди. Ау! Дурак. Так. Блин, сколько беспорядок-ка. Кстати. Вот это вот пацан, где это был только что? Где он? А, подожди, я запутался. Где кто? А, вот этот. Нет. Это кожевник. Так, это мой лес тут растет. А, подожди, а где... Подожди, где мой клерик? Клерик-холерик. А, он у себя, да? Эй! А, он у меня... Так, спокойно. Так, 6 монет, неплохо. Так, 6 монет, это неплохо. А... Блин, у нас в сундуках беспорядок просто полный. Просто везде у нас... Ёпара с этой... Фу-фу-фу! Надо порядок наводить срочно. Дома. Так, порядок-то порядок, подожди. А, сундуки. Где блин, это все рассортировать. Иначе точно будет беда, ребята. Подожди, тут... Тут стекла стоят. Может быть, около этого дома поставить сундуки. И начать все сортировать. Изумруды, железо. Блэкстоун, железо. Обсидиан куски.
Железо. Так. Так, железные блоки сюда. Так. Вот, все ценное сюда положено пока что. Так. Пока же будем вот это деревья выращивать. Так, мне нужно на еще сундуки. Потом много сундуков нужно. Так. Во. Такс. Угу. У нас закончились дерево. Да, вот дерево закончилось. Замечательно. То есть не замечательно, но... Понятно. Так, картошка. Так, где фермер какой-то? Подожди, где фермер? Подожди, тут он сажает картоху. Кстати, давай мы ему пускай картоху. Ладно, пускай он картоху выращивает. Пофиг. Картошка. Давай мы ему поможем фермеру. Вот. Так. Так. Ай, блин, он сюда пришел. Нет. Блин, где это? А, все, он пошел в ту сторону, отлично. Отлично, он вернулся обратно. Вот, чтобы он не прыгал на работу. А, чего? Серьезно, как такое может быть? Подожди, а у меня ведь было два фермера. Не говори, что моих всех фермеров сожрали. Серьезно, один фермер остался только в живых. Да ёпарас это. Да чтоб тебя это самое. У меня нету столько этих материалов, чтобы все это ограждать территорию. Да у меня нету памкинов. Ты чё, дурак? Блин. Ладно. Пойдётся нам это... На ферме булыги постоять. Придумать, потом ограждение вокруг города поставить. Хорошо, что Эдгар успел построить хотя бы каблстон булыжниковый.
Это самый генератор такой. Так. Да, нам, ну, булыги нужно будет очень много. Короче, давай это самое будем строить. Блин, давай напрямик будем просто строить. Так. Так. Сейчас будем строить этот самый КНДР у нас тут. Так. Сейчас мы тут это... Так. Вот. Сейчас быстро напрямик все это строим. Так. Да ёпрасто, зачем цветы эти? Кто там? Зомбаки. Конечно. Да-да-да, зомбаки. Ага. Лошара. Да-да-да. Молодец, минус. Минус зомбака. Блин, там ведьмы. Скелеты еще. Так надо придумать, как с этой стороны оградиться. Нету тут никого, отстань. О, ёб твою. Начинается. Пиздец. Ух ты ж, ёб твою. Минус. Так. Пу-пу-пу-пу. Сейчас. Так. Так. С этой стороны тебе оградиться надо. Так, это можно убрать, потому что мы в территории находится. Так. Ага. Блин, тут самое сложное. Теперь тут огороды много. Блин, тут огороды стоят у меня. Окей. Ща. Ой. Ну, допустим-то. Ёпарасете, сколько их там? Вот это пипец, ребята.
что там творит вот с той стороны? Короче, надо поспать. О, кстати, с этим поторговаться надо. Да кто звонит? Так, значит. Так, 12 монет. Ага. Так. Ты куда? Ладно, пускай тусуется. От него можно пиздюлей получить. Просто. Ты чё? Такой резкий. Так. Так, забор. Ага. Так. Сейчас мы наш огород. Ой. Так куда ты вышел? Так. Так, наш КНДР строится, так сказать. Сейчас мы тут это самое, капитализм построим. Так, минутку. Угу. Он возвращается обратно. В наш... Давай, возвращайся в нашу республику. В наш этот концлагерь трудовой. У нас тут хорошо. Никто не жаловался. А кто жаловался, больше не это самое... Как говорится, не жаловался. Больше. Во! Замечательно. Теперь у нас со всех сторон граница есть. Правильно? Сейчас покажете, посмотрим. Правильно? Да, теперь со всех сторон граница есть у нас. Ага, превосходно. Союз нерушимый у нас. Республик свободы. Сейчас мы тут... Блин, надо еще нам булыгу, чтобы тот огород оградить. Не огород, а это сам... Да, огород оградить и это. Здравствуйте, вы что? Дурак? Так, надо нам это самое... Сейчас... Короче, что за границей творится, это не наша проблема теперь. О, шикарно. Так. Так. Значит, я как ваш вождь. Так, минутку, да, я ваш вождь. Так, значит, я вождь ваш. Приветствуйте меня как вождя, я вождь ваш. Этого самого. Так. Здравствуйте. Да, надо огород было оградить тоже. Кстати, и вот эту вот хату тоже оградить надо.
Чё? Сейчас мы огород и хату это оградим. Потому что она нам так нужна. Так. Главное, чтобы пенис не получился бы. Так. Кстати, мы можем построить. Вот так вот. Проход, подожди, а что тут у нас по освещению? Да, тут по освещению все в порядке. Во, шикарно. Так, надо покушать. И посмотреть по карте, как у нас получается. Ага. Вот этот дом. Я понял, это дом наш. Не, ну неплохо получается. Да, неплохо получилось, кстати. Пум-пум-пум. Так. Так. Так это продать. Так это продать надо все. Ну да, все это продать. Идем продадим все это. Блин, а где торгаш этот? Да вот не этот торгаш. А где торгаш, который этот самый? Так, 9 монет выторговали. А, с ламами. Торгаш с ламами. Так, 21 монету выторговали у него. Окей. Блин, тут дерево стоит. То есть стояло. Угу. Плюс 2 сундука. Мне бы сейчас бы этот самый, как его называется-то? Кстати, неплохо. Мне бы сейчас бы этот... 21 блок уже, эмеральдный, неплохо. Живем. Так, мне нужен этот... Так, надо отсортировать все это. Отсортировать еду отдельно. Броню отдельно, так, еда. Так. Всю еду отдельно, так, еда, 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 минутку. Тоже еда. Да, тоже еда. Так. Так. Так, всю еду мы положим. Да, пускай здесь вся еда будет. Так, еда. Золото. Так, это не будем. Вот это не. Так.
Так, минутку. Вот это не будем продавать. Оно нам пригодится. Так, где фермер? А, вот, стоять, фермер. Пиво. Магия. А, как ты продаешь pumpkin pie? Я не понял. С какого перепуга он pumpkin pie продает? Ладно. Так, собираем картоплю. Так, морковку. Собираем. Сейчас мы все это продадим. Да что ты волнуешься, голем? Ой. Самое главное, чтобы они, эти самые, на нашей территории не было бы. Эти, как его называется-то? Вот, шикарно. Так. Что тут по освещению? 4. Окей. Так. О, шикарно. Давайте посмотрим, что у нас за... Ага, за забором у нас проблемы. Большие. А вне забора... Подожди, вне забора у нас... Подожди, вне забора у нас все в порядке, правильно? Ну да, вне забора у нас вроде бы все окей. Монстров нету вне забора. Так, вне забора у нас монстров нету. Ну, кроме меня, конечно. Не считая меня. Пожалуйста, а сколько я записываю уже? 2 часа, боженьки, кошеньки. Сколько много. Короче, ребята, давайте увидимся в следующий раз. Потому что да, я 2 часа уже записываю. Продолжим это самое, как его называется-то, строить. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, ребята. Вот, обязательно лайк, подписка, ребята, потому что до 1000 осталось совсем немножко. Вот. Да, вот, ребята. Всем, ребята, пока. Пока-пока, ребята, всем. Увидимся в следующей серии. Вот.